Рустам Миниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в Кемеровском торговом центре. Страшная трагедия унесла жизни людей, взрослых и детей. «Приношу глубочайшие соболезнования семьям погибших», написал президент на своей странице в Инстаграм. 24 часа на переселение. В течение этого времени жильцы общежития Зеленодольска должны покинуть свои комнаты. Временное жилье предоставлено в санатории поселка Васильево. Накануне часть стены здания обрушилась, подъезд перекрыли. Дом постепенно отключают от коммуникаций. Шампунь для дорог и заплатки для ям. Дорожные службы Казани переходят на летний режим. На улицах столицы появится 310 единиц спецтехники. После очистки дорог от снега асфальт помоют. Заделывать будут ямы, создающие опасность дорожному движению.